Прекрасный день. Что там видно, не видно? Колобочек нарисовал. А, это Оникс, если что. Значит, все, погнали мы в Калифорнию, собираем тачки. Макларен уже стоит внутри. Сейчас забираю Феррари, мне привезут Бентли, мне привезут Порше. Потом поедем за S-классом. И по пути еще заберем i8 BMW. Все, вот так вот и собираем и гоним в Калифорнию. И потом все бросаем там на ярде. И потом собираем все с ярда и возвращаемся. Такой план. Йоу, кто приехал, посмотрите. 2008. Все дела. В Калифорнию. Туда, где ему место. Мужик меня затрахал вообще уже. Ну все, пойдем снимать, фотографировать. Все, что интересно знать о Феррари, это вот этот мотор. Это прям, ну, произведение. Это дырочки. Через него он дышит. Отсюда все вылетает. Все горячее, это прям дырки. Видите, дырки, ничего больше нет. Жопа самая крутая, какая была у Феррари. Еще 488 очень крутая, мне нравится. Даже больше, чем это. Диски. Карбоний. Да, прям карбон. Тормозные колодки, но очень тоненькие. Я не знаю, с чем связано, но мне кажется, это просто какой-то тормозной брейк, а основные колодки охренеть какие толстые. Вон они вот там. Ой, как их видно. Камон. Короче, вот там они есть. Передние еще больше. Вон с передними получше видно. Они очень толстенные. Значит, что внутри? Ну, мотор, понятно, сзади. А ковши. Ковши здесь более-менее мягкие. Потому что в Макларене просто вот такая вот штучка, ну, по толщине сиденья неопреновая, и все. Вот здесь, ну, гражданские нормальные такие сидушки, огнетушитель. И все в карбоне. Двери карбон, все карбон. Вот, значит, здесь напоминание, что машина в 2007 году всех победила на Шумахере. Они молодцы. Руль очень большой. Но мне показался он большим. Несравнимо с Макларном. Макларен вон там стоит. Что сегодня с фокусировкой? Вот. Значит, здесь ковши с дырочками. Все дела тоже карбоновые. Все детали можно порегулировать. Видите, да? Механизм такой. Это автоматический. Вот. Так. Пойдем за руль сядем. Идем. А вот открывашка двери вот такая. Дальше мы сегодня с телефоном. Значит, дальше что? Металлический пол или пластиковый? Не знаю. Здесь третья бензобака переднего багажника. Такая вот панель. Как в Мазерате, мне кажется. Руль вот здесь вот, наверное, бегает тахометр, лампочка. Руль так себе. И магнитола вообще ни о чем. Климат, все такое. Я не знаю, вам нравится? Нет, мне не очень. Именно вот в этой Феррари и зеркало уже пошло. Вот, видите, буквально такими головушками. Качество, что отрывает. Кого себе это говорится-то? Оставляет желать лучшего. Крутилки вот так вот работают. Оп. Здесь мин номер, кому надо. Ну и все. Здесь колоночки. Ну и там за тобой мотор огнедышащий. Вот примерно так. Как едет, не знаю, потому что если только мимо проеду сейчас, прицепы меня сразу расстреляют. Они такие впивающиеся ребята здесь. Вот так. Ладно, давайте грузиться.
месте, красотуля. Значит, как крепим? Вот этими страпами. Две страпы за задние колеса, сюда и сюда. А перед уже там лежит, и мы его там просто подцепляем. Все, пошли цеплять. Сейчас впервые у меня такое. Как видите, там наверху стоит F-класс. Обычный S-класс, без понтов, не AMG, ничего, обычный 450, полный привод. Так вот, я стою сейчас на промышленной парковке, на огромной-огромной, вон там белый ангар. За мной вот разные-разные экскаваторы стоят. Новая техника, называется она Case. Ну, кто перевозит, кто работает в теме, те их знают. Так вот, компания, приехал, ну, мужик такой, лет 60, наверное. Я говорю, это ну, нормально, что я здесь запарковался? А он мне сказал сюда ехать. Да, мы, говорит, это наша семья владеет как бы вот этой вот всей темой. Я говорю, а что вы тут делаете? Продаете вот это вот все дело, обслуживаете? Он такой, у нас два бизнеса. Продажа вот этой большой строительной техники, а второй бизнес пол этого ангара отведено на производство бомб и ракет. Я охерел. Бомб и ракет. И нет никакой колючей проволоки, нет никаких солдат, нет никакой охраны, пропусков, всякое вот это вот остальное, атрибутики. Он говорит, ну это все внутри, и мы производим для армии бомбы и ракеты. Я говорю, то есть вам состояние войны, в принципе, классно, да? Он говорит, ну, по большому счету нет, потому что очень много в Америке производится учений и тренингов для армии, и поэтому они вообще не бедствуют. Они начали здесь производство с Вьетнамской войны, и до сих пор все это дело, ну, процветает. Поинтересовался, как у него контракты там делаются. Он говорит, что уже давно-давно отношения, ну, с 60-х годов только начали. В армии все отношения уже давно есть, конечно, но если ты новый производитель, тебе сложно будет пробиться, но в принципе можно. То есть это все доступно, все контракты доступны, результаты доступны, цены доступны, все доступно. И очень много проверяющих органов приходит на их производство. Ну, все, все капсулы, все вот эти вот shell, ну, что называется, вот, как оболочка бомбы, все-все проверяется по 10 раз. Но я смотрю, не бедствует, семья далеко, техникой торгует, бомбы делает, рядом хайвей. Ну, как, ну, для меня немножко это странно. По российскому, по всяким по оборонным заводам я поездил, но небо и земля совершенно. Вот никогда не скажешь, что здесь делают бомбы. И пойдем еще покажу, что уже загрузил. Так, это Porsche, Porsche 911S 70 какого-то там года. Он в очень просто аутентичном состоянии. У него все родное. Он очень крутой. Мотор 2.4. Дальше здесь стоит Bentley. Это, грубо говоря, Q7, но в лакшери исполнении. Ну, так ничего звучит. Тяжело вылазить. Ну, прям капец тяжело. Вот Porsche. Глазастый. Вот. Bentley. Bentley, конечно, дорого, богато. Кайфово. Стоять. Дальше открываться не надо. Коричневый салон везде. Стоила машина. Сколько она стоила? Вот столько. Рублей. Нормально стоило. Все, закрывайся. Да, больше не открывайся. Я думал, сейчас ломаю ногу вверх себе. Вот. И сверху это вот этот вот полноприводный Мерс. Вот он. И там впереди стоит Феррари. А в самом впереди Макларен стоит. Синенький. Ну, там его не видно. Но он там, поверьте мне. Все, сейчас я пойду в Питтсбург забирать последнюю машину i8. И с утра я ее заберу и пойду в Челябинск, говорю, опять в Чикаго делать алаймент и поедем в Калифорнию. Еще хотят мне одну машину впихнуть, но я не хочу ее впихивать, потому что, ну, не хочу, вообще никак не хочу. Не мое это все впихивание невпихиваемых машин. Да, не надо ее сюда впихивать. Так, это последняя машина, ну, для забора. BMW i8, это Питтсбург, Пенсильвания, хрен знает, что я сюда заехал, ну красиво,
но как грузиться непонятно, и как выезжать непонятно. И мой знакомый сказал, что ненавидит Питтсбург, потому что здесь взлеты и посадки. То есть город стоит на горах, или это так и есть? Ой, полиция. Но вот тут что-то все мощеное. Я вообще не представляю, если мне можно ехать, нельзя ехать. Сейчас увидим. Ну, красиво, да? Прямо вот сюда вот сейчас запаркуюсь. Прямо вот для меня ждали. Ставим вот эту вот конфеточку, леденечек. Странная машина, ну ладно. На вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные. И, короче, чувак говорит, сам поведешь. Я говорю, да, сам едь, похеру. Вот, я вон там, кстати, там полиция в этом здании, вот здесь. И он приезжает. Я, говорит, только что завалил диск. И вот ты мудак. Вот это вот все он содрал. И содрал он это дело вот прям вот здесь. Вот видите, красные места эти остались. Ай, запорукий. И тетя мудак черная встала прям за мной. Как мне грузить сейчас? Надо, чтобы отъехал. Вот так, пойдем разгружаться. В смысле, разбрасывать телегу. Что вы думаете? Через минуту приехал полицейский. Ну, он как приехал? Они здесь живут. Это их участок. Я поворачиваю голову, он тут же стоит. Привет, привет. Самое интересное, ты можешь проехать вперед, заблокировать памп, ну, гидрант, и грузиться минут 10. И вот эту, если тачку загрузишь, только эту тачку, без проблем грузись и уезжай. Хорошего дня, я аж охерел. Полиция в Питтсбурге, огонь. Да, вот так вот выглядит Питтсбург издалека. Я кое-как выехал оттуда. Мосты по 13, хотя обложили меня. Ой, по 13 фит высотой. Пришлось там кое-как выруливать. Прям все проклял, но выехал. Вот такой Питтсбург. Сейчас мы ближе подъедем. Посмотрим. Как-то он меня повел по даунтауну, не знаю, посмотрим как там. Поглядим. Да, развязки здесь говно. Все непонятно. Уже два раза не туда уехал. Но город старый, индустриальный такой. Сразу видно. До сих пор используются всякие старые конструкции. Короче, вот так вот и ездим. Еще у них река. Бич городов — это когда река через него проходит. Нужны мосты и въезды, выезды с мостов. И это высад. Красиво. Ну, красиво. В общем, резолюция такая. Скорее всего, в Питтсбурге очень много пива вкусного. И на траке сюда ездить не надо. Едьте на легковой машине в путешествие, на вакейшн, что-нибудь такое. Здесь замечательная архитектура. И на этом все. Мы сюда обязательно заедем как-нибудь на обычной тачке. Но на траке это просто никаких нервов не хватает. Такие вот архитектурные темы здесь. На армянскую церковь похоже. И какой-то снежок летит сверху, непонятно. Ну, надеюсь, будет все хорошо. Все, едем в Чикаго.